Здорово, народ, ёпты! Сегодня сбор, нахуй. Да-да-да-да-да-да. Я снимаю, нахуй, вот это прикол! Ёпта! Пам-пам-пам! Заполз не Владочку. Ну-ка, Влад Барыгин. Что-то заползает куда-то. Что же он делает, а? Оп-оп-оп-оп, что же это такое, а? Ну, выглядит более-менее. Короче, сегодня снимаем блог по поводу сборов. Сегодня. Турнички. Там будет мангал со шлычками, со всей хуйней. Бухла немерено. Альберт делает хефеста. Но я думаю, не факт. Нет, не делает. Ну это, блядь, что-то вообще, кал. Ёпта. Поляна вообще заебись. Медузу? Охуеть. Вот это ты молодец. Ну-ка посмотрим, на что способен этот человек. Охуеть, вообще мужчина. Ай, так, вот это молодой человек, который... Я понял, мы вместе, да, ты в трюках джимбара был, да, мы вместе открывали зал, ну, блядь, ты сейчас изменился, я тебя, если честно, не узнал. Если честно, ну, реально поменялся. Давай. Бро, скажи пару слов, как трюк называется? Эфеста. Эфеста. Сколько ты его уже тренишь? Вот сегодня делаю третью попытку. Третью попытку, заебись. Неплохо для третьей попытки, очень даже. Да не, у меня долго. О, заебок. Бля, этот чувак творит невероятные вещи. Пиздец, ебать. Да, вот так. Ага. Да. Ну и прям следить, короче, чтобы он по центру был. Окей. Тогда будет пизда. Блять, остается считанные. Ура, ура, трюк выполнен. Ура! Данил, здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как называется элемент? А я не знаю, я что-то поковырялся где-то там. То есть вы не знаете, как... Сколько вы его тренировали? Ноль. То есть это попытка с первого раза? Ну да. Заебись. Нихуя себе, он вытворяет вещи. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Тимофей Давыдов. Я приехал сюда, у меня такие просто эмоции. Я в зал до этого приехал. У меня совсем не было такого настроения. Я подел, ну, типа, обычную херню, типа. А вот сейчас приехал, у меня прилив сил. Турники широкие, а в моем поселке они как бы узкие, там трубы. И просто головой въебываю с них. Это, ну, конечно, все нравится, замечательно. Мне все нравится, как, огонь. Пивка как... не хочешь, случайно? Пивка не хочешь? Как погода? Погода дождливая. Мне нравится такая погода. Я тренил зимой. Один раз я вообще не выходил. Вот сейчас ближе к летней погоде мне на самом деле все нравится. Замечательно. Спасибо большое за интервью. Мы снимаем следующих участников нашего мероприятия. Почти получилось, чуть разбить челюсть об турник. Да, как вам да. это удается? Пизда, почти получилось. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Получилось, но раскрутило. Раскрутило. А как давно вы тренируете этот элемент? Этот? Да. Зимы, наверное. Зимы. Как он называется? Magnum in Contra. Magnum in Contra. Это очень хорошо. У вас почти получается. Спасибо большое за интервью. Мы желаем вам удачи. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько вы лет занимаетесь джимбаром? Занимаюсь 4 года. 4 года? Да. Сколько групп элементов умеешь делать? Нормально. Я все умею. Все умеешь? Да. Любые группы элементов? Да, да. Это круто. Какие сейчас элементы тренишь? Над какими элементами работаешь? Треню в основном фигуры. Фигуры? Да. Фигуры — это круто. Спасибо большое. Как тебя зовут? Влад.
Влад, спасибо большое за интервью. До кого доебаться? Вот до вас доебусь. Здравствуйте, как вас зовут? Егор. Егор. Рейлган. Как? Рейлган. Заебись. А сколько лет занимаешься джимбаром? Год. Один год. Как успехи? Много научился? Ну, в ёшках, да, в фигурах ноль. Какие сейчас элементы тренишь? Вот прямо сейчас инстинкт пробую. Заебись, как получается? На корточках норм, прямые ноги, вот не удержался и упал. Спасибо большое, мы тебе желаем удачи в упражнениях и в элементах. И вам удачи. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как я вас Танюша. Зовут? Танюша. Что вы сейчас исполняли, Танюша? Халявный 360. 360. Сколько лет вы уже занимаетесь этим видом спорта? Нисколько. Нисколько? Вы первый раз пришли на тренировку? Нет, ну месяцев 8, наверное. 8 месяцев? Ну так это же сколько? Это 8 месяцев уже. Как успехи? Все получается? Нет. Так, далее, следующий участник. Вот это нихуя себе. Берем интервью. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, во-первых? Андрей. Алексей? Андрей. Андрей, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, что за элемент вы сейчас делали? Без ВРК, ее ВРК. Как? Ее ВРК. Ее ВРК. А сколько лет вы занимаетесь джимбаром уже? Один год почти. Один год почти. А какие группы элементов делаете сейчас? Над чем работаете? Ну, йо-йошки. Йо-йошки в основном. Да. Это замечательно. А как насчет силовых и фигур? Фигуры пока не треню, тоже чисто слабые, а вот силовые ёшки стараюсь. Получается, да? Потихоньку, да. Это замечательно, спасибо большое за интервью, мы с вами не прощаемся. Вот это нихуя себе, насколько легко и спокойно Андрей выполнил элемент. Хеллоу, бро, мы с тобой еще не знакомились, как тебя зовут, расскажи. Я Игорек Зверев. Игорек Зверев. Сколько лет ты занимаешься джимбаром? Короче, натираю... Диски позвоночные, а вот четвертый год недавно начался. Четвертый год, это очень много. А что за элемент ты сейчас выполнял? А, короче, кривой стейджер, кривую субу, 500 с флажка. Короче, потому что мы приехали, натерли мозоли. Я уже магнум в контре сделал, надеюсь, там сняли, ставят. Вот, и нормально, в принципе, уже хватит. Ну, может, полго еще в контре попробую. Заебись, Игорек, спасибо, мы с вами не прощаемся и переходим пожалуйста, к следующему. Он собирается выполнить какой-то пиздец. Вот это нихуя себе! Вот это нихуя себе, друзья, на ваших глазах! Даниил! Даниил! С победой! С победой, Даниил! Расскажите, что это был за элемент, что за... Ебануться! Сколько ты его тренил? Нисколько. С первого раза? Не, ну я его делал до этого, но типа я его не делал года 3-4. Заебись. 3-4 года не делал и с первого раза выполнил. Очень это неплохо. Это было туговато было. Это показывает скилл Даниила, и мы переходим к Альберту. А, блять, Альберт чуть-чуть не удержался во флаге на переклане. Что скажете, Альберт, поуже чуть-чуть нужно браться. Я что еще? Я вдруг жизнь делаю. Для второго раза это очень неплохо. Мы желаем вам успеха в выполнении этого трюка. Спасибо, Альберт. Пожалуйста. Главный герой этого мероприятия. Тимур. АК Веткин. АК Вихарев. АК Ветка. Он еще разминается. И очень скоро... покажет нам всемирный пиздец. Альберт, расскажите, как называется элемент? Гобрин силы дохода. Я его застабилил буквально. Это очень сложное название, мне даже не повторить. Закономерность, два друга, у одного, короче, повернись чуть-чуть задом. Посюда лысины, у второго наоборот. Альберт, сколько ты тренировал этот элемент? Месяц где-то. Месяц? Месяц? Ты за месяц да. Выучил такой сложный элемент? Да, я просто попытки не пробовал, я просто понял, что если кобра будет находиться на ноге здесь ближе, то легче будет зажиматься. Я экспериментировал, смещал гриф то сюда, то сюда, и просто подобрал определенный баланс. И в итоге у тебя... Это первая твоя удачная попытка? Нет, я стабильно делаю этот трюк уже. Замечательно, ну это очень похвально, спасибо да. Большое, Альберт. Давай, давай. Почему не сделал? Почему потому что, покакал? Потому что, всё, слабый. Почему ты сегодня слабый? Я сегодня сильный. Ты что, сам сказал, что ты сегодня слабый? Я упал. Мати Супрема, всё, охуел, чувак. Куда залез, блядь? Так,
под стапом чел. Даня Клоп творит невероятные вещи, ёбаный в рот. Как называется эта хуйня? Приветствую, вы кто, откуда, расскажите. Я из Костромы приехал, вот. Сколько занимаетесь, что планируете делать? Трюк? Тимур, что я планирую делать? Тимур, подскажи ему. Раздавать ада. А мы уже раздали вот такого ада, у нас тут камни уже. Главное не в почках. О, это, конечно, верно. Вот где вы видели еще на сборе, чтобы мужики жарили шашлык? Нигде. Поэтому приезжайте к нам. А мы его организовали, все заебись. Да. Что сбор в первую очередь, это общение, потом можно трюк уже. Вот Рома истину глаголит, что сначала люди приезжают пообщаться, а потом какую-то хуйню на палке поделать. Вот именно. Потому что палку ты и дома делаешь, а тут с людьми еще общаешься. Да. Которые твои единомышленники. Да. Давай. Рассказывай, короче, про... Про что рассказать? Про свою майку. Я ее как делал... ты ее сделал? На сайте printbar.ru. У меня есть один трек группы HVR, называется Indestructible. В переводе неразрушимый. Я выиграл пиздатые строчки из этого, типа, тяжелые... Типа, да. Фейлы и сейчас тяжелые подождешь. Победы. То есть, некоторые трюки, потому что мне реально дается очень сложно. Например, я же пробовал, у меня не получается. Угу. Расскажи, что значит твои символы на правом плече и на левом? Что там написано? Там написано джимбар. Это спорт, которым я занимаюсь. Я обожаю этот спорт. И на правом также, да? Да. А сзади у меня написано... Это ты. Forward, no, то есть я двигаюсь вперед, неважно какой ценой. Ага, и отлично. И написано Indestructible, название этого трека, и мой канал. Это арт, который мне подарили. Все, good. Я думаю, нет, если спорт не олимпийский. Ну, это по факту. Понты. Ну да, по факту. Но это, блядь, знаешь, типа, хобби. На самом деле, джимбар это хобби, блядь. Типа, это не спорт, это хобби. Хобби ты можешь зарабатывать. Воркаут это тоже хобби. Они считают себя спортом. Ну, они считают спортом, они хотят с этого зарабатывать. А джимбар это просто хобби, нахуй, типа для каждого человека. Такой, ты умеешь гнуться, ты молодец, ты красавчик. Опа. Воркаут для денег, джимбар для души. По факту. Мясо вкусное, два слова. Рома, комментарии по поводу своего элемента. Да, бля, я сделал лучше. Еще года два назад я делал лучше. Это все не смотрите. Передаю привет Сергею Валу. Давай, как тебя зовут? Меня зовут Эдуард Новиков. Сколько ты занимаешься Эдуаром? Месяцев 7-6. Расскажи о том, почему ты начал заниматься, как начал заниматься. Я занимался в Сэшевском. Потом встретил Рому Грыкшеву. Он мне помог избавиться от этого ада, и я занимаюсь. Нравится? Да. Что нравится делать? Мне? Да. Анкладные рапиды. Любимый элемент? Шаринган антисупра. Треугольник. Треугольник. Это интересно. Ты первый раз на сборе? Ну, раз, второй, третий. Второй, третий. Второй. Расскажи о том, какой лучший сбор из всех. Этот. Почему? Природа. Что еще интересного расскажешь? Как по мне, самый лучший бариста – это Рома Грыкшев. Да? Да? Я с тобой согласна. Вот. А чем тебе... Да? А с кем ты знаком на сборе? Со всеми? В принципе, со всеми, кроме Егора. Я впервые вижу с ним молодым. Ну вот, видишь, новое знакомство. Да. Сбор объединяет. Да. Все, что еще расскажешь интересного? Из какого ты города? Из Костромы. Из Костромы. А, нас ну... трое. Давай, Ром. Рома Грычев, Кирилл. Да, сделай обычный ФК сначала. Ебать, куда заполз червячок, ёбаный рот. Ты что, рун пытаешься? Нет. А, ебать, зоо. Охуеть. Кому привет передаешь? Тимур Веткин. Так Тимур Веткин тут стоит. А он вообще не Веткин. Ты чё всё врёшь, что ты Веткин? Ты ж не Веткин. Бывает. Виха. Веткин. Нет. Я твой паспорт видела. Не
Так что не ешек мне очень нравится по типу суп различных. А из фигурок это, наверное, все-таки кул. Я не знаю, что он делает, но выглядит неплохо. Так ты же до этого делал. Трёху умеешь? Хорош. 360. Почему? Это неинтересно. Согласна. Дальше. А что интересно? Альмана, вот это вот, задняя, в лотосе, вот это интересно. А еще что интересно? Омеги. Показывай. Не, я уже все. Рассказывай, что с рукой сделал. У меня хуйня какая-то. Просто я сгибал руку, она начинает напрягаться так сильно, что больно становится. Ну, долечись. Я хуй знает, что такое. Наверное, того, что, блядь, часто делаю тяжелые вещи. Суставы. Нет, сустав это вообще мышца все. МРТ сделай. Тебе нужен хил. О, хорошо. Игорь, как вам свинина? На карамельной корочке. Классика. Устал? Да. Кто не устал? Я сейчас больно. Вот ты не устал. Я не на устал. На турник иди. На турник? Да. Когда жопу отрастила, она не влазит. Вот так, короче, давай. Прошел наш сбор сегодня. Было весело, клево. Ничего никто не сорвал. Как? И всем понравилось, всем желаем успехов на палке. Все, пока. Нет. Бля, я такую хуйню несу. С вами был я, Дмитрий Губерниев. Пиздец, я такую хуйню несу. Опять он ко мне идет, господи. Тихо, тихо, тихо. Туда. Витя, твой сос. Максим Копьев, пидорас.